бабушка привезла Кате съедобный пластилин из Венгрии, из марципана. Можно и играть, и есть. Ну что, приступим? Да, что лепить будем? Катя, тебе нравится? А тебе Колобкарика. Герой такой из мультика, помнишь? Я колобок, румяный бок. Подожди, давай ему еще роль сделаем. Колобок. Самое главное, что все можно есть. Без вреда на здоровье. Бабушка 4 пачки нам привезла. Сейчас еще одну достанем, а то нам на уши не хватит. Ты пока как без меня лепи. Да, Катя? Ух ты! Пластилин! Потом бабушке чаю можешь отнести, их всех попить. Глазки сделаем. Кать, как тебе? О, вот так, Гага. Нравится? Подожди-ка, я еще рот ему не сделала. И нос. Подожди, рот сделаю, заберешь. Крошек будет, да. У крошек еще рта нету. На клубка забирай. Готов, крошек. О, это крошек. Кого еще лепить будем? Кать, кого будем лепить? Давай компота. Это из другого мультика. Это
из трикота. Ладно. А сделаем акцент, что маме привезли оленьи рога. Будем надеяться, что маме никто ничего не пожелал. Где колобок? Бабушка с полу вряд ли захочет. Да. Давай слепим теперь Мишку. Мишку будем лепить? Ладно, Кать, давай к делу, хватит есть. Мишка. Эй, ты будешь погодить. Очень погодить. Кать, не ешь реквизит. Ну, это, слава богу, съедобный реквизит. С плейдох так не удастся. Лепим медведя. Мишка косолапый по лесу. Это крошек. Шишки собираю. Карпатыч медведь же в смешариках. Сейчас обычного слепим, потом Карпатыча давай в шляпе. Давай. Ты какой-то злобный, Мишка. Кать, давай кушай. Вот что осталось от крошек после того, как Катя попробовала его на вкус. Нет, хлопка давай не будешь. Кать. Хоть там его кушай. Отдай! Ты куда только съела? Пол головы медведя отхватил. Да, Катя. Как он, марципан-то, Катя, на вкус? У него очень даже ничего. Голова у кошки уже, я не знаю, из чего это прилепить. Кошку она бы хотела. Катя. Ты съела кошку. Катя до вечера будет жевать теперь. Пока. Кто это? Кто это?
Катя. Мяу. Мяу?